Ген, ну вы выдали сегодня целый триллер, полуфинальный матч, все-таки полуфинальный матч. Ну, честно, по игре, мне кажется, в первом тайме Болтова вас придавило. Дальше за счет чего вы все-таки сумели сравнять игру во втором тайме? Я не могу сказать, что придавило Вольта сегодня. Просто они имели шансы на наших ошибках забить там где-то и третий мяч. Мы на своих ошибках пропустили гол. Да, было тяжело потом забивать, потому что команда очень много оборонялась. Да? Она больше играла на длинные... Играла длинными пасами. И больше такого случая тяжелого ничего не создавала. Да, потому что они вели счет, они хотели сохранить. Ну, под конец хорошо, что все давили, но забили. Мы уже пенальти, конечно, здесь имели шанс первый, потом использовали уже второй шанс. На эмоциях игра с нервами, что делать? Интересно, Ген, вы тренировали серию пенальти или рассчитывали все решить в основном время? Да нет, а что, все может быть, надо думать обо всем. Я не думаю, что здесь, не будем думать пенальти, давай будем решить во время игры за 50 минут. Ну это бывает. Хотели решить за 50 минут, но не получилось. Ну, довели до пенальти и вышли в финал по пенальти. Значит, заслуживали. Парни, сейчас будет второй полуфинал, в котором будет встречаться Нистру и ITC. Будете ли вы смотреть игру и кого хотите в финале соперники? Там не без разницы, с кем будем играть в финале. Мы будем готовиться на любую команду. Обе команды заслуживают играть в финале, будем готовиться на любую команду. Так что сейчас пока в раздевалку. Посмотрим, наверное, скорее всего, я думаю, будет решить. Наверное, да. Спасибо. Спасибо, Ген, удачи. Спасибо.